из Украины. Вот. Я разговариваю на русском языке, для меня не проблема, на украинском, но если иногда у меня украинские слова будут проскакивать, если кто-то не понимает, вы можете переспросить, и я повторю, расскажу, да, если будет что-то непонятно. Вот. Сама я из города Винница. Уже мы покаялись, когда было, я разговариваю и жестами, и речью, да, потому мне надо, иногда у меня будет не очень красивое предложение, вы понимаете почему. Мы покаялись в 2000 году вместе с мужем одновременно, в том же году приняли водное крещение, и в том же году мы начали служить глухим. Мы из семьи глухих, оба с мужем. У меня родители глухие, у мужа родители глухие, мы выросли в этой среде. У нас двое детей глухих, трое слышащих. Того пять. Старшего моего сына, многие из вас знают, он уже ваш, белорус. Вот, старший ребенок и четвертый ребенок. Это девочка, ей сейчас 9 лет, она тоже глухая. Если старше меня был слабослышащий, то это чисто глухой ребенок. Есть разница между этим, ну, это если может быть похоже. Какая? Второй, у меня тоже сын, он тоже есть переводчиком, ему 17 лет, он владеет жестовым языком и переводит. Дочь 15 лет, она владеет жестовым языком, но она не переводчик, она выбрала себе другой путь, это ее христианство, но не переводчик. Ну, а это самая маленькая, ей 3,5 года, но мы тоже уже умеем жестами разговаривать, потому что в семье постоянно есть общение жестовое, и если когда там вырастаешь, для тебя это не проблема, это второй родной язык. Мое жестовое имя Лариса. Вот. Я бы хотела... Очки. У меня очень долго не было жестовое имя, я работала вместе с подростками, ну, подростки я так на их называю, им по 20 лет, но они подростки, для глухих это нормально. И уже последняя группа, ПТУ, мне дала вот такое жестовое имя Лариса. А то все это время не было, просто переводчики. Все. Когда нам не быть, как глухие говорят, вот я тоже их вижу, и все равно, я говорю правильно, я не могу как глухие, все равно. Вы знаете, можно, просто надо, ну я понимаю, что с возрастом оно немножечко сложнее. У меня в семье, мы немножко отойдем, мы в семье разговаривали на украинском языке. Мы раньше, до того времени, как мы уверовали, мы разговаривали на русском с мужем. Хотя я выросла в украинской семье, в украинскую школу ходила, но был такой период, это был распад уже Советского Союза, но такой период был у нас... На Украине считалось, если ты разговариваешь на украинском языке, ты село. И практически вся молодежь разговаривала у нас на русском языке. И то, что там где-то сейчас говорят, что ой, на Украине это запрещают на русском языке, это все ложь. У нас разговаривают очень многие на русском языке, и это нормально. А вообще раньше, это, если ты на украинском будешь разговаривать, это ясно, ты с села приехал, все. Как-то неинтеллигентное не село и все. У нас тоже самое. Да. Вот только у вас белорусский, правильно? Ну, это все, да. То есть вы не понимаете. Ну вы украинский знаете, а вы белорусский плохо. Да. А не, я вот на украинский мой можу щиро розмовляти, дуже. Вот в чем разница. Але я вам хочу сказати, коли я приїхала на Закарпаття. Так, назад на русский вы, может, не понимаете. Понимаю, я понимаю. Надя приезжала с Ирой, у нас на украинском проводили программу, то я видела, как девочки смотрят большими глазами. Вот. То когда я приехала на Закарпатье, я поняла, что я их не понимаю. Там они быстренько-быстренько говорят. Не то, что быстренько, некоторые слова украинские, я не знаю. Я живу в центре, у нас центр русский, украинский, у нас Суржик. У нас разница между Гродной и Брестом. Большая разница. Вы чувствуете, тоже понимаете. У нас вообще Украина большая, у нас там Румыния, там Молдавия, да. Там Белоруссия, Россия, это все, и оно все свое влияние имеет. Венгрия. К чему я веду? К тому, что в нашей семье разговаривают все на украинском языке. У меня дочь старшая, третья,
если приехала к вам, для нее, наверное, не проблема была разговаривать на белорусском языке. У нее такая каша вообще. Она не умеет на русском разговаривать. Но самая маленькая, вот той еще 3,5, она чисто на русском языке разговаривает. И мы уже автоматически подстраиваемся под нее, автоматом разговариваем тоже на русском. Не автоматом, а автоматом. И мы автоматом уже с ней разговариваем, тоже на русском языке. Но с четвертым ребенком, то есть глухой девочкой, мы разговариваем на украинском языке. Она в школе учит украинский язык. Да. Представляете, да, что у нас там? Весело. Не так страшно, как я это все говорю. Но с глухим ребенком, она у нас чисто глухой ребенок, но все равно я разговариваю. У меня привычка уже 8 лет, я работала в ПТУ, и в ПТУ тебе нужно и словесная речь, и жестовая, что была. Это я понимаю, что очень сложно, очень многие говорят, это невозможно, это сложно, но со временем ты привыкаешь, потому что ты должен для детей переводить и для учителя переводить. Если вы в швейном работали, то вы немножко понимаете, о чем я говорю. А еще есть еще такое больше, когда они сдают экзамен, и они не знают этого экзамена, но им же надо помочь, надо. Мы же переводчики хорошие, мягкие, вот. И он начинает мне рассказывать какую-то сказку, а ты должен читать то, что он рассказывает, и еще передавать только правильно, то, что надо рассказывать, понимаете? Вот. Он мне говорит, ну ты ж хорошая, ну ты ж меня любишь, ну ты же расскажешь, что же надо. Ну еще не будь рассказывать. Она говорит, что ты говорит? Я говорю, я ему вопрос задаю. Вот же тут выкручиваешься. Так вот, и с ней мы все равно говорим словесно, чтобы она училась читать звук. Очень важно. А мы уже говорим, мы говорим не такими предложениями, которые между собой разговариваем. Все равно мы их сокращаем, сокращаем. И я буквально позавчера, я заметила, у меня дочь младшая, она на украинском не разговаривает. Она только на русском разговаривает. И еще такое иногда конкретную букву А тянет. Вот. И я буквально позавчера заметила, что она, подойдя к Наде, вот она говорит, слухати будеш? Макдональдс піде. А слухати нема? Макдональдс нема. Ей 3,5, она разговаривает четко, красивыми предложениями еще с 2 лет. То есть, ну как, не слышат, а вторые за них разговаривают просто еще. Вот. И она украинском не называет. Я смотрю, ребенок посмотрит под них. То есть, если мы постоянно, мы автоматически под них подстраиваемся. И мозг начинает перерабатывать вот эти предложения, сокращая и делая. Так что я понимаю, что может с возрастом это тяжелее. Может кому-то легче дается, кому-то тяжелее дается. Но это все реально, это все возможно. Но просто когда живешь с глухими, когда я жила со свекровью, да, то это да, автоматически это все. А когда ты уже отдельно сам себе, и глухих видишь только в церкви, или там у кого-то, вообще у кого-то нету родственников, или там кто не общается, это уже сложно. Ну, как бы. Практики нет. Да. Нет практики. Когда ты постоянно, вот я советую очень хорошо, у меня такая идея была, когда студентов учишь жестовому языку, первый курс это не трогающие их, чтобы они не разбегались. А вот второй курс, когда их учишь, вот, давайте им вот такую практику, отправляешь их в лагерь христианский и вместе с глухими в комнату их. Ну да, прямо конкретно, знаете. Потому что они же себе выбирают так, ты моя подружка, мы с тобой вместе в комнате, а ты мой друг, мы с тобой. А не-не-не, их так конкретно, вот в ту комнату еще, где побольше глухих. Вот, чтобы они прочувствовали вот такие вещи, и все такое, с самого утра. Я вот буквально недавно была в Одессе, и там есть такой христианский лагерь разных деноминаций. Я первый раз туда ездила, сюда психологию преподавала, и мне надо было вкратце. Они детей глухих первый раз брали в лагерь христианский. Они уже где-то 10 или 11 лет, они служат разным, аутисты, инвалиды-колясочники, дети, которых родители отказались, там, они не сироты, но родители лишены, да, социальные дети. Вот. А глухих они первый раз брали себе. И
мы когда приехали, это первые 2 дня, они не подготовка идет, но у них были и лидера глухие, то есть вместе и глухие, и слышащие вместе наставниками, воспитателями, лидерами. И первый же день я начала рассказывать, они говорят, да-да-да, те, что слышащие, кто мало там переводчики, неопытные, говорят, да-да-да, это невозможно. Мы только вчера приехали, и они приехали и спать вместе легли, сегодня утром бу-бу-бу-бу-бу. И что нам делать, как нам нужно спать, хотим 6 утра, а он проснулся, он спать не может, ду-ду-ду-ду. И он, тихо, я же тихо-тихо. Здесь тихо, здесь не шумишь. Да, ламинаты там, линолеум. Тихо, я тихо. Он это не понимает. Я говорю, вот переводчика, те, кто уже второй курс, то едь туда, попробовать как, пожить вместе. И чем больше вместе, а потом на миссионерство их, например, с 3-го курса отправлять куда-то в другой город, и там вот попробовать среди глухих пожить немножко некоторое время. Вот кто устоит, тот будет настоящим переводчиком.